Друзья, всем привет. Значит, подошел к концу мой эксперимент. Прошло где-то, наверное, уже 3 месяца с тех пор, как я парю дрипку вот эту вот. UD Hunter. Спасибо дяде Вадиму с канала Home Like Vaping. Привет. Значит, он мне ее, так сказать, подарил. И я все это время не менял здесь вату. Его сейчас уже совсем уже невкусно стало. Решил это сделать. И посмотреть заодно, что там с ней произошло. Если сейчас я еще открою крышку. О, поворотом сорвал. Ну, заодно протру, почищу. Ну, вроде тут ничего такого страшного я не вижу. Грязюка немножко на уплотнительных кольцах, так называемых урингах. Так, я вам даже могу поближе сделать. Все, вот салфеточка прошелся, они как новые. Еще очень даже выступают. Вот. Ну, то есть зацеп хороший с основным этим. Эй, фокусируйся, вот. С базы, так сказать. С камерой испарительной. Так, ну что, наверное, я возьму пинцетик и буду вытаскивать. Вот. Ну, какой ужас. Но она, в принципе, не прогорела. Тут вот, где она, вот в таком состоянии. Видите, посередине не очень, да и подгорела. А вот спиралька, она подзабилась, потому что парю жидкость не прозрачную, не белую. И шоколадку люблю, и кофе люблю. Вот такую, в общем. А кофейная она еще немножко табачка. Поэтому здесь вот так вот все и плохо. Ну, мы сейчас их прожгем. И я думаю, все будет хорошо. Так. Довольно-таки неплохо все прожигается. Батарейка села уже. Поэтому такой контакт, так сказать. Так, всю эту грязь. Фу. А запах какой? Я его кидываю. У меня тут где-то должна быть ватка. Да, вот есть. Вот. У меня ват много всяких. И перед началом, как я буду новую вату закручивать. Так, где у меня тут ножнички? Я беру салфетку, спирт и немножко руки, вот эти вот места, которые будут крутить, чтобы они чуть-чуть подсохли, и хоть руки помыл, но все равно вот так вот, боль чистая. Так, ну спирали отожглись, стали довольны
довольно вот такие вот матовые, а то были черные, все блестели. Ну, на низ не смотрите, мыть я ее не буду. Сейчас поставлю новую вату. И попробуем. Так, что тут у нас пойдет? Или придется отрезать, наверное, новую? Да нет, в принципе. Так как есть, можно ставить и эту. Если она залезет сюда. Я думаю, нам пинцет в этом деле поможет. Вам не видно, да? Ну, в принципе, тут смотрите, рассказывать мне не о чем. Так вот, продеваю вату туда-сюда. Я большие уши не оставляю. Ну, в смысле, кончики. Вот эту грязь я сейчас все отрежу. Подточить надо ножнички. Так. Ну и немножко вот так вот. Так вот все это получилось. Немножко пушапа. И укладываем ее внутрь. Просто подворачиваю, видите, вот так вот. Ванную я. И это то же самое. Вот так вот беру. Чик. И туда вот опускаю. Что я скажу про эту дрипку? Дрипка мне очень нравится. Даже у меня есть еще Velocity, но она мне что-то не нравится. Она и не оригинал, что-то. В общем, не нравится она мне. Так. Эти кусочки маленькие, наверное, отрежу. Новый отрежу. Так как эти, они тоненькие, будут болтаться. Я люблю, когда плотно все. Плотничком сидит, то есть не болтается вот здесь вот, а довольно так плотно сидит. Ну, как-то больше мне нравится, поэтому я вату отрезаю всегда такую широкую полоску. Вот. Ну и в целях экономии эти вот, допустим, кусочки, которые показывал маленькие, пойдут в другой бак, там надо еще меньше, то есть там спираль еще меньше, соответственно, и вата надо еще меньше. Верхний слой я предпочитаю убирать, хотя он здесь не такой уж и толстый, жесткий, но все равно. Так. Опять без пинцета. Никуда. Слишком толсто вот здесь вот отрезал. Вот. Так что у нас здесь получится только одна. Ничего страшного. Также немножко распушим. Возьмем ее за конец и отправим вниз.
и чтобы никаких волосиков не торчало. Иначе купол, когда одевается сам боковой, ну вот цилиндр, она может повредить ватку. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас уберу остатки. Так, жидкость у меня самодельная. Прокапываем. Я просто сверху капаю, она сама все, что надо, куда надо, туда и возьмут. Две пипетки вошло, видите? На дне уже ничего нету, вся вата пропитана. У нас батарейка севшая, но все равно попробуем. Да, отлично, вкус вернулся такой, более выраженный, более яркий, более сильный. Все, вот так вот мы, считай, этой ваты хватило на 3 месяца, хотя я парю, можно сказать, ее каждый день. Просто капаю, парю. Вот, в принципе, все, о чем я хотел вам рассказать. Не знаю, там некоторые, ну, конечно, может, у них и намотки другие. У меня, по-моему, 0,2 здесь, 0,3. Я не гонюсь за низкоумными этими намотками, мне ни к чему. Те, которые делают там на 0,08, не знаю, я не осуждаю, конечно, но каждому свое. Ну все, друзья, спасибо, что посмотрели, может, кому-то будет интересно. И все, всем пока, давайте скоро увидимся. We are